GPS. Привет, друзья! В сегодняшнем нашем видео мы выберем GPS-трекер, который носит функцию противоугонную и поисковую. То, что это означает? С помощью этого трекера можно найти или транспорт, или какое-то сложное оборудование в случае его угона или, не дай бог, потери. Итак, что у нас здесь представлено? Чем же отличается данные GPS-трекера от всех остальных? Они отличаются мощной системой питания, автономного питания. В отличие от этих трекеров, данные трекера могут сохранять заряд батареи до 4 лет. Их основное преимущество и отличие в том, что они постоянно находятся в режиме сна. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы угонщики не могли их просканировать. При сканировании данного устройства оно отсутствует. Это и дает возможность потом найти данный автомобиль. Выходит же данное устройство на связь по графику. График, который вы устанавливаете ему. Это может быть и один раз в день, один раз в сутки или два раза в сутки. Ну, то есть гибкие системы настройки, которые вы сами для себя настраиваете. Также данные устройства имеют мощные магниты. То есть с помощью мощных магнитов их можно прикрепить в очень отдаленные и недоступные для глаза места, что их делает незаметными. В данных видео мы посмотрели, научились с вами выбирать GPS-трекеры. В следующих видео мы научимся выбирать датчики уровня топлива и посмотрим их основные слабые места, на которые попадаются все покупатели данного оборудования. Смотрите наше следующее видео, ставьте лайк, если вам понравилось, и пишите ваши комментарии с вопросами. Я на них лично отвечу каждому.